профессионально грамотные и начитанные личности. Эти люди болезненно воспринимают критику в свой адрес. Они способны превозносить себя и свои успехи. Быстро и качественно изучают литературу и историю. В делах они решительны, упорны и нацелены на успех. Всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Эти люди любят разрабатывать сложные проекты. Легко завязывают новые знакомства, открытые добрые люди. Вдохновляют своим примером окружающих. Любят творить руками и успешно работают головой. Их внутреннее чутье часто предчувствует результат. Они проявляют достаточно усердности для успеха. Они обладают развитым интеллектом и находчивостью. Это страстные и душевные личности. Они наслаждаются процессом ухода за своим телом. Они покоряют сердца своей простотой и честностью. Они стараются подчинить свой быт определенному плану. Им сложно спокойно сидеть и наблюдать за происходящим. Любят вносить инновации и усовершенствуют существующие. Поддерживают постоянные контакты с близкими по духу. Они способны стать мыслителями и философами. Относятся ко всему миру с философской стороны. Это корректные и утонченные преданные натуры. Эти люди любят новшество и минимализм, обожают комфорт. Они оценивают по достоинству свой личный труд. Они целеустремлены и рациональны в действиях. В любых ситуациях сохраняют невозмутимый и холодный вид. Они избегают конфликтов. Эти люди изобретательные, любят комфорт и уют. Они реализуют свои артистические способности в искусстве. В семейной жизни берут штурвал корабля в свои руки. Они не доверяют всем без разбора, доверяют только избранным. Они не мыслят своего существования без общения. Они редко страдают серьезными хроническими заболеваниями. Для создания семьи выбирают похожего на себя человека. Умеют выйти из любой жизненной ситуации. Решительные, справедливые люди отстаивают принципы. В юности им редко удается распознать истинную любовь. В отношениях готовы пожертвовать собой ради любимых. В дружбе руководствуются бескорыстными соображениями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.